Год семьи театр «Самарская площадь» начал с необычной постановки концерта «Рождественское приношение» в исполнении хора храма в честь святителя Спиридона Тримифунского с участием воспитанников воскресной школы. Что может быть лучше, чем история о святом семействе, о Рождестве? И недаром Рождество – это первый праздник в году. И мы решили этим мероприятием открыть. Надо сказать, что мы с этим храмом, с этим хором, наш театр дружит, и мы уже не первый раз проводим совместные мероприятия. На сцене дети читают текст Евангелия, связанный с Благовещением Пресвятой Богородицы и Рождеством Христовым. А хор исполняет тропарь или короткую молитву праздника, а также колядки, которые являются неотъемлемой частью рождественских дней. В этот раз к постановке добавили еще и хореографию. Всегда наши мероприятия и даже обычные богослужения, которые мы совершаем в храме, это всегда большая радость. И это прежде всего служение Богу. Дети, которые также привлечены, они тоже с удовольствием, с радостью участвовали в этом проекте, приходили на репетиции с удовольствием, всегда вот с душой участвовали. Я думаю, что зритель получит прежде всего положительные эмоции. Радость, мир, умиротворение. Концерт прошел на благотворительной основе для семей участников СВО, детей с особенностями здоровья и многодетных семей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.